В этом году у нас интересный проект, тоже мы выполнили елку более в современном стиле. Если в прошлом году мы помним, что наша елочка была выполнена в классическом стиле, рождественском, то в этом году мы хотели сделать ставку на более юного зрителя, на детей, поэтому елочка более динамичная, елочка более интересная. Но проект также интересен тем, что мы использовали оборудование, которое было поставлено для елки в прошлом году, с минимальными экономическими затратами, сохранили оборудование, которое было в прошлом году, добавили незначительно и перегруппировали дизайн. Ориентировочно это около 3 километров гирлянд использовано нашей елки. Как вы видите, здесь использовано два основных цвета. Это холодно-белый светодиод и тепло-белый диод. Снежиночки у нас тоже холодно-белые. Использован очень интересный модный элемент. Такие вот капли, которые создают очень красивую динамику. Елочка уже облачилась в свой новогодний наряд и в лампочки. Работы по елке окончены. Сейчас заканчиваются в течение нескольких часов. Закончится работа по украшению елки рождественскими игрушками и вот прочими гирляндами, которые уже не светятся. И сегодня вечером мы можем в полной мере насладиться всей красотой нашего рождественского дерева.